В столице Чувашии открылся 12-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Чем удивил зрителей Борис Грачевский? Что пообещал к концу кинофорума сделать французский актер Биби Насери? И какие ожидания связывают с нынешним конкурсом члены жюри, расскажет Наталья Егорова. В этом году организаторы возродили традицию фестиваля встречать именитых гостей на красной ковровой дорожке. Хотя погода теплом не радовала, зрителей, желающих увидеть народных любимцев, оказалось предостаточно. Народный артист России Александр Пашутин в Чебоксары приехал впервые. Признался, город ему очень понравился, порадовала архитектура и чистота. Все, кто прошел по красной дорожке, одаривали фирменными шарфиками символика фестиваля. Впервые на кинофоруме гости из Австралии. Атташе по культуре, посольство страны в России и критик Грег Долгополов пошутили. Пока добирались до столицы Чувашии, в самолете успели посмотреть 6 фильмов. Самыми громкими овациями зрители встретили звезду из Франции Биби Насери. Кстати, знаменитый актер пообещал к концу фестиваля выучить несколько слов на чувашском языке. На русском уже знает парочку. Я остаюсь жить в Чувашии. Конечно. Как обычно, на фестивале два состава жюри. Основного конкурса и этнического и регионального кино. Всего заявлено 28 фильмов. Здесь ждут открытия новых имен. Возможно, даже чувашских режиссеров и актеров. На кинофестивале покажут 5 местных картин. Все кинематографисты ждут, так сказать, новой волны. Есть отдельные хорошие, замечательные картины, но вот такой новой волны, может быть, она появится как раз из регионов. Председатель жюри конкурса этнического и регионального кино, режиссер и продюсер из Южной Кореи Хонг Сан-Ву не скрывает цель своего визита. Приехал, чтобы собрать программу для новых корейских фестивалей. Я очень надеюсь найти какой-то интересный и хороший фильм чувашский, я имею в виду, чтобы я рекомендовал, вот, например, корейским международным кинофестивалям в Корее. И надеюсь, что там в Корее будут показывать чувашские фильмы. Гость фестиваля Борис Грачевский удивил дважды. Он привез в Чебоксары абсолютную премьеру нового выпуска «Ералаша», который зрители смогли увидеть самыми первыми в стране. А еще создатель детского киножурнала запел. Где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес. На сцене появились знаковые фигуры мирового кинематографа. Чарли Чаплин, он, кстати, в этом году отмечает 130-летие. И Мэрилин Монро в ее образе московской актрисы театра и кино Янина Мелехова. Звезда одарила поцелуем программного директора фестиваля, бессменного художественного руководителя кинофорума Сергея Лаврентьева. Он признался, что фильм «В джазе только девушки» – один из его любимых. Мог ли я предположить, что спустя почти полвека состоится столь инфернальная встреча с героиней этого фильма? Ну и по традиции в честь открытия фестиваля прогремела кинохлопушка. Теперь остается только ждать и надеяться, что Чебоксарский форум оправдает все ожидания и откроет новые имена для мирового кинематографа. Наталья Егорова, Михаил Солин, Вести Чувашия.